Всем подписчикам большой привет! Сейчас я показываю вам использование вакуумно-выпарного аппарата в качестве самогонного для перегонки спирта, спиртового раствора. У меня он есть на канале, конструкция этого аппарата. Это в принципе термосифон, разделенный на две части, на испарительную часть и конденсаторную часть. Это две стеклянных банки, которые соединены между собой вакуумными крышками с просверленными отверстиями и уплотнены прокладками. Процесс выпаривания идет при низких температурах и с очень маленькими мощностями. Для выпаривания, для получения спирта, мы взяли простую барматуху, три топора называется она. Это бутылка 14 градусов, фруктовое вино какое-то. В нижний реактор вылили эту бутылку, но не до конца еще даже. И создали здесь вакуум с помощью вакуумного насоса. Вакуумный насос подключается у нас к штуцеру, откачивается до начала кипения и закручивается. Нагрев нижней банки идет с помощью вот такого пояса греющего. Греющий пояс, который продается для подогрева термосов. Мощность его сейчас не более 100 Вт. Начинается кипение. Кипение идет при более низкой температуре, потому что там форвакуум. Сам процесс перегонки идет при температурах гораздо ниже, чем обычная перегонка. И не превышает 40 градусов. За счет этого сивушные масла не возгоняются, и спирт получается более чистый. В качестве охладителя я использую флягу с раствором поваренной соли, охлажденной в морозилке до минус 21. Вот у нас процесс идет, видно, что капает, идет вот в эту верхнюю банку. Собирается чистейший спирт. Глубину вакуума показывает индикатор вакуума. Всего потребления этим аппаратом не более 100 Вт. Вот такой вот вакуумный перегонный аппарат-концентратор. На нем можно получать также сгущенное молоко, концентраты соков. Подписывайтесь на канал. Благодарю всех за внимание.